Я хочу, пацаны, записать коротенький для вас трек, я хочу. Но я понимаю, что я не хочу, а может быть и захочу. К сожалению, минус этой его песни я не нашел, поэтому придется так читать поверх. Хам, поехали, ребят. А, ага, минус был бы очень крутой. Если бы не было бы минуса, минуса на минус, не было бы и плюса. Не было бы птахи и гуфа. Ну, поехали, ребят, давайте попробуем зачитать небольшой экспромт такой, поднять вам настроение, так сказать, чтобы у вас пуканчик пригорел. Шучу, конечно. Я хочу поиграть на цербе, я хочу. О да, но ошибка клиента все решила сама. Я хочу поиграть на цербе, я хочу. Прям даже куплю, плачу и плачу. Я хочу поиграть, хочу. О да, сейчас вам всю правду расскажу. Пошел на ММО топ узнать про открытие нового серва. И тут наткнулся я на открытие церба с 24 декабря, по-моему. Я залечу. Но потом ничего не вышло у меня, если бы не она. Грёбаная РФ онлайн, все решила сама. О да, потом меня дернуло полезть на их форум этого серва, найти ачивку, там пробить 2000 флемов. О да, это же полная фигня. Маленьких обижать я так не буду. Но случилось чудо, я записал видос, как обойти эту тему. О да, ну что поделаешь, и так я залип. Хотел прийти на открытие церба, но случилась ошибка, она все решила сама. О да, спасибо Ширу, я попросил пойти в прессану. Ну так вот, у меня получилось, что до сих пор я не прокачался. О да, я решил спросить, не буду ли я им мешать. Не буду ли я, пятая нога. Зачем собаке пятая нога? О да, из ума, если бы не она. Грёбаная РФ онлайн. О да, я бы пошел туда, я бы пошел на цербак, если бы не она. Это ошибка клиента, все решила сама. О да, я всем писал, ребят, подскажите, как решить эту ошибку. Но один только плоулер не подсказал, а время ушло для непоклонного. Нарезочку я сделал для непоклонного, потом еще видос. О да, еще видос. И так вот у меня повелось. Не смог я залететь на открытие цербака. Ну что поделаешь, ребята, может быть, немножко постримлю его. О да, спасибо за прослушивание. Конечно, получилась полная фигня, ведь я не рэпер, к сожалению, а может быть и даже к счастью. О да, еще припев. А давайте еще припев. О да, а РФ онлайн все решила сама, не сама, если бы не она. Грёбаная РФ онлайн. О да, с ума, если бы не она. Все решила сама. Ребят, играйте в хорошие игры, подписывайтесь на канал, как вам мой тречок, так сказать. Спасибо Гуфоне на микрофоне. Все, пока, ребят, всем спасибо за прослушивание и просмотр. Чао, какао, до свидания.